А толку, что прилетел? А он что, сейчас... Смотрите, они бегут, они бегут! Ты что, они там обосрались, стреляют? Док сорвало! Охренеть! Ну он хотя бы туда он туда пришвартуется хоть. Ну, в смысле, ударится. Он сейчас в лодке. А там же еще корабль стоит на ремонте, там грач стоит старый. А, да? Да, ты что, в доке грач стоит? Ё-моё! Его только 2 дня назад или понедельник загнали. Гость, я говорил, на срочный ремонт за тучу денег. А прикиньте, сейчас его туда в открытый океан понесет. Да, в открытый поймает, бля, лишь бы лодки не расфигачил. Сейчас, если сейчас... Может, остановится? Может, он начнет тормозить? Как страшно, ваша мать. Господи, там еще люди, они же там работают. Они там все сидят, конечно, и корабли. Он вроде как остановился. Да ну прям. Его разворачивает. Его сейчас обратно понесет. Его просто по ветру. Нет, его по как ветру. Как страшно, вашу мать. Это же вообще нонсенс. Вы дали? Первый раз такой шторм. У нас 100 раз было вот это штормовое. Это жопа. Нас можно было это не предугадать, простите. А чем? Девочки, вон, видите, трос. Его держит один трос. Бочка. Вот натянутый. Поэтому он дальше, он его развернул, и он его пока трос держит. А как это? Где буксиры с этими тросами? Какой запасной кран? Да я откуда, потому что никакой якорь нет. Где буксиры должны быть? Где буксиры, конечно. Я не знаю. Смотрите на подводные, они побежали. Ну, конечно, им страшно. Ты что, им обосрались? Они же там где-то, наверное, внутри были. Наши тоже, наверное, тоже туда обосрались. Они бегут обратно, что-то хотят, наверное, сделать. Вот это бах был об лодку, слышали? Нет. Нет, господи, не нагоняйте это же. Шугани. Пока бочку не сорвет, его будет держать, но так они вот что-то должны какую сделать. Какую бочку? Вот бочка, видите, что-то, он держит на одной бочке пока его. Но тут что-то сорвется, все, капец, пришел съесть. А, то есть получается... И нашей зарплате. И прям... Вообще на... Господи, Лера, блядь, я уже супа себя! Слушай, как страшно.